Как видите, мы за вами давненько наблюдаем, мистер Дурош. Оказывается, вы живете двойной жизнью, мистер Дуров. В одной жизни вы россиянин, основатель крупной социальной сети, миллиардер, любящий постить фотографии своего голого торса. В другой – гражданин Франции и создатель известного мессенджера. Вы виновны практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях. Буду предельно откровенен с вами, мистер Дуров. Вы здесь, потому что нам нужна ваша помощь. Нам стало известно, что с вами вошел в контакт один субъект. Что вы вообразили себе о нем, несущественно. Власти многих стран считают его опаснейшим преступником. Мы готовы уничтожить досье, дать вам шанс. От вас нужно только одно, мистер Дуров. Передайте нам ключи от телеграммы. Да. Заманчивое предложение. Но у меня есть идея лучше. Скажем, я пошлю вас подальше. Ну что ж, мистер Дуров, тогда добро пожаловать в демократию с равенством и свободой слова. Бух!